один, и тебе лишь решать, какую судьбу для себя выбирать. Кто сказал, что выступление агитбригад – дела давно минувших дней? Новошахтинский фестиваль профилактической направленности проходит в форме агитбригад и набирает темпы. На этот раз молодежь вступила в борьбу с вредными привычками. Мы не ожидали, что практически все школы откликнутся и принимают участие детишки, которым не безразлично будущее, своя судьба, будущее нашего города, нашей молодежи. Перед выступлением агитбригады школы номер 27 мы выяснили, что ребятам в процессе подготовки приходилось решать, что сказать, как выбрать самое важно и в какой форме показать это на сцене. А ведь на эту самую сцену еще не каждый готов выйти и выступить. Смело идет революция года. Бодро идет революция века. Вперед на борьбу с бедой человека. Долой наркомании, спит и табак. Алкоголь, черный наш враг. Команда щеголяла в кожаных косухах. Костюмы девчат дополняли красные революционные косынки. Дань истории. Кто-то пел, кто-то читал стихи, а кто-то танцевал. Выступления агитбригад сопровождались презентациями фотографий, зажигательными песнями и яркими тематическими номерами. Говоря языком плаката, скажем вредным привычкам решительное «Нет!» Здоровому образу жизни «Да!» Мы выбираем здоровье!